Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Барбариан. Плей, естественно, наша запись. И, ну что, как обычно, будем с вами отражать волны всяких орков и прочей нежити. У нас с вами 11 монет, соответственно, я ничего здесь не могу купить. Да и, по-моему, мы перед завершением первого выпуска все потратили, что нам нужно, мы с вами перекупили. Вот это вот я единственное не понял, 1.5, это что такое? 5 волн нужно прожить или что? Не знаю, ребята, это у нас на выживание, это у нас... Тоже не помню. Да и не имеет значения. Давайте, ребята, играть. Поехали. Так, подожди, а я что, могу взять? Да нет, не могу я взять. Или могу? Мидбоя можно взять. Прикинь, так, вот это хорошо. Это замечательно. Плей, я хочу посмотреть, что он делает. Он, по-моему, чем-то, ребят, бросает у нас, да? Проверочка. Погнали, будем бегать. Так, защищаем, ребята, вот этот с вами кристалл от Орд. Вот у нас карта, вот у нас показываются противники. Что это сейчас за привидение тут было? Ну-ка, дай-ка я призову себе лучничка. Где он? Где он, красавец? Подойди ко мне быстрее, беги, лучник, ты мне здесь нужен. Вот он. И расстреливаем, да что такое-то? Так, замечательно. Давай дальше, чем больше орков мы, ребят, с вами... Ты куда разогнался? Эй, бежит он там, сломя голову. Давай, 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 деньги. Вызываем теперь мага. И потом вызовем мидбоя. Тихо, 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 не надо тут шубуршать. Ну, расстреливаем, расстреливаем их. Так, вот и маг. Что я не... О, ты посмотри, я упустил этот момент, ребят. Надо контролировать карту. В прошлый раз мы с вами из-за этого и проиграли, что не смогли защитить. Это кто так разорвал? Разрывную бомбочку бросил. Мидбой, ты когда созреешь? Сколько уже? 30 монет, да? 30 монет, у нас уже 90. Почему не могу призвать мидбоя? Ребят, может быть, я немножко лопухнулся, я неправильно понял, а? Может быть, мне его не дадут призвать? Так, давай-ка мы с вами вот так вот атаку повысим. Повысили атаку. Где эти хламоны? Вон они идут, я их вижу. Иди, иди, иди отсюда. Нормуль. А, все, я понял. Нам нужно вот прожить вот столько дней. После этого мы с вами перейдем на следующий уровень. Рыбу взяли. А, подкрепились. То есть будем знать, что здесь стоит рыбак, который постепенно вылавливает рыбку, которую мы можем получить и подхилиться. Так. Слушай, ну солидно маг сейчас бомбит. По крайней мере, какие-то взрывные бомбы он бросает, которые просто в щепки разносят всех. Блин, ну мне не нравится, что у нас нету мидбоя. Я для чего его взял? Для того, чтобы призвать. Но почему-то мне не дают такой возможности. Меня это немножко раздражает. А, надо юлить. Вот, еще один, ребята, лучник к нам прибавляется. Так, погоди-ка, там кто-то у нас спереди стоит. Давай. О, это, ребята, ускорение, это скорость у нас. Слушай, я не знал, что это скорость. Сейчас узнал. Надо юлить между этими снарядами, чтобы не попасть. Так, ой, тихо. Давай, 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 заколбасили. Оббегаем все это дело. Заходим отсюда. И, ребят, там... Там у нас кто-то бежит. Бежит такой довольный. На-ка, получил. Так, второй день пройден, давай. Вот там, ребята, будет у нас босс. Мы, по-моему, на боссе с вами, да, испеклись, или же нет? А здесь что-нибудь такое появляется, нет? Что это? Что это за чуваки смотрят в мониторы? Довольный, так, вот она, ребята. Надо ускориться маленечко, пока есть такая возможность. Просто обалденно летаем с вами. Ай, подстава была. Так, и они такое впечатление, тоже что-то как бы ускоряются. Рыбка. Ага. Рыба только меня, что ли, лечит? Или она вообще сейчас не захиляла? Ну, давай, 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 давай. Ага, подбили. Черт подери, вот эти снаряды, ребята, они летят до конца экрана. То есть нельзя подождать, пока не исчезнут. Ну, и деньги, кстати, тоже исчезают. Три волны здесь идет, смотрите. Раз, два. Так, ну с этими... Левел ап кто-то получил. Упс, тихо. Давай вот так вот простоим. Упс. Маневрирую просто-напросто, ребят, как лодочка среди мин. Рыбак, давай быстрее рыбу лови. Давай ускоримся еще маленечко, надо ускоряться. Третья волна. Нам написали. Йо-хоу, я доволен своей жизнью, жизнью Барбариана.
когда со мной еще тем более такие ребятушки ползают, куда побежал-то, олух. Так, ребята, и еще волна. Следующая сейчас будет еще жестче, чем было до этого. Атаку надо, наверное, усилить, потому что здесь будут уже такие довольно серьезные враги. Ну, бомбим, бомбим их по чернаку. Не даем им тут, ребята, раздухариться. Ну, когда рыба-то будет, а? Когда ты улов-то свой там поймаешь, рыбак? Нет, этому не бывать, расстреливаем. Так, наверное, еще надо усилиться. Тихо, тихо, блин, кого-то, по-моему, потерял, нет? Нет, по-моему, ничего. Левел-ап, опять кто-то левел-ап получил. Левел-ап, это, ребят, вообще шикарно, это хорошо, это всегда радует. Угу, вот она, рыбка. Мы с вами съели, всего лишь 5 прибавляет. А чего 5-то? Я думал, что прибавляет 5 здоровья, но ничего подобного. Не здоровье оно нам прибавляет. Давайте сделаем еще защиту себе. О, опа, 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 оу, да-да-да-да-да, я вспомнил этого психа, ребят. Защиту, защиту, блин, дай защиту поставить. Не могу, во, поставили. Да чтоб тебя, ну, бомбим, бомбим, ребята, по нему, бомбим, поэтому по горельцу. Да что ж ты, маг, промахиваешься ты мой. Родной ты мой маг. Е, наказали мы его. Мы его все-таки наказали. Черт, вот это запал. Вот это запал, просто я не знаю, я бегаю. Ах ты, ты понял, гаденыши-то тут, оказывается, уже стоят на стреме. Ну-ка, наверное, надо ускорение. Ребят, я боюсь мага потерять в ближайшие секунды, потому что, ну, по нему один удар и... Нет, кто-то там из лучников прикрыл. И вот он, босс, новый юнит открыт. Вы поняли, ребятушки, новый юнит открыт. А вот и сам босс. Ух ты, он ко мне сам присоединился, юнит этот. Что он там делает? Волна, я помню, ребят, волна. Так, нам, наверное, надо ускорение здесь сделать. Ну его нафиг. Будем бегать как чумовые. Ой-ой-ой-ой-ой. И в то же время нам нельзя вон тех гавриков туда пропускать. Блин, да получится у нас хотя бы пройти хоть первого босса-то? Или не получится? Ой! Ой, ребята, 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 смотри, что происходит. Смотри, что... Блин, он жесткий, жесткий этот орк, тролль, гоблин, я не знаю, кто такой. Вонючка он, вот я вам скажу, кто. Он мешает мне жить. Слушай, я думаю, в чем... Я остался в объеме... А как? А как, ребята? Кристалл в атаке. У меня нет помощи, хоть кто-нибудь, помогите мне. Выбегите на помощь, ребятули. Ну, как я должен здесь атаковать? Ну, у меня нету ничего. Я не могу никого призвать. Да хорош, блин. Помоги, помоги, парень. 25%, чего там 25% он мне выдал? Да, ребята. Ну, охренеть просто. Конечно, я буду улучшаться. Фух. Новое достижение получил. Блин, какой же он толстый. Так, я это пропустить могу или не могу никак, а? В общем, накопили мы с вами 776 монет. Я могу улучшить только почему-то лучника и бравлера. Бойца, а, и все. И все. Могу улучшить себе здоровье, скорость. Так, а по башне что? Да по башне-то ничего. Вот что это за питомец? Ребят, что за питомец? Башенный причем. Давай попробуем. Открывается, да? 50% скорости. Это новое достижение. А бара был какой-то барабара. Денег мало. Так, это у нас скорость. Это у нас защита. Двойной дроп голды за 99 рублей. Хочешь приобрести? Вперед с песней. Лучника. Ну давай прапаем, наверное, лучника. Зачем я, ребята, вот брал, скажите мне, вот этого вот мидбоя, если он не хочет со мной играть. А вот это, ах, смотри-ка, 15 тысяч инженер тут. Ну это все было, было все. Ладно, будем улучшать лучника. Будем улучшать. Так, он получает у нас, сколько, четвертую звезду, да? Четвертую, ребят. Ну что, поехали, еще одну заходочку. Блин, да я когда-нибудь пройду этого, блин, чертового босса-то, а? Или нет? Я хочу, я всей душой хочу его, ребят, пройти. А мидбоя надо еще, оказывается, купить. А стоит он 1000 голды. Поэтому я зря его брал. Зря брал, зря в отряд. Поехали, еще одна заходка, ё-моё.
Так, но на этот раз я уберу вот этого парня и возьму... Кстати, а почему я не мог пропасть? Это вроде бы как хиллер. Посмотрите, ребята, он с посохом, плюс у него книжка на леку. На леку, на отвлечку. А кто, как думаешь, лучше? Не, я думаю, что все-таки стрелки лучше, чем ближний бой. Верно ведь? Наверное, так. Поехали. Ух, круто, круто, ребят. Немножко я себе, конечно, там пропасся. Надо было, наверное... Пропать себе защиту, скорость или еще что-нибудь. Ух ты, а у меня, ребят, смотрите, пит-топчик появился. А-тя-тя, а-тя-тя. Что он делает у меня? Он, по-моему, там помогает мне по скорости. Да, я, по-моему, стал немножко быстрее двигаться. Так, ну что, призываем вначале. Зачем я вызвал? Зачем я вызвал хила? Мне нужен маг. Хил, он для того и хил, чтобы хилять. Ну, мы посмотрим, я в этом, честно говоря, не особо уверен. Сейчас посмотрим, что она делает, эта барышня. Да, ребят, она не стреляет абсолютно по нолям. Маг махнуть. Это же маг, ребят. Маг, как всегда, на высоте. Ну-ка. Мне хотелось бы посмотреть, как хорошо моя медичка может хилять. Оу! А, нет, я уже думал, этот енотик подбирает голду, но я ошибся. Я ошибся. Снаряды просто смачно. Ну-ка, хилка, ты будешь хилять или ты только своих... А, этот парнишка приносит золото мне. Вот оно что. Ну, я имею в виду питомец. Кто? Ё-моё, опять, ребята, опять прошлепил. Смотри, там уже атакуют. Там уже атакуют. Вот оно что. Хорошо, питомчик, ты меня радуешь в этом плане, что ты... Ну-ка, что это за свинюшка? Я помню, как ты сюда подошел, мне что-то там 25% к чему-то прибавили. Чему, я так и не понял. А почему я не могу вызвать, например, еще одного мага? Потому что он у меня уже призван. Я могу только лучника вызвать. А вот тебе и весь... Да что ты, опять там где-то кто-то... Эти хламоны, ребята, просто меня нервируют. Давай, наверное, мы атаку улучшим, да? Атаку. Хорошо, первый день у нас пройден. Но он всегда, ребят, первый день всегда легкий, простенький, элементарненький. Вот, 25%. Чему в плюсе? Так, гриб. Гриб не берется, берется только рыба. Так, хорошо. Питомец все-таки молодец. Он бабло нам притаскивает, и это уже радует. По крайней мере, за ним не надо бегать. Вон, видите, он побежал, нам его подтянул и передал. Надеюсь, там будут еще какие-нибудь новые питомцы. Теперь мне просто-напросто не надо, ребят, постоянно подбегать к этому золоту, к этому, чтобы его подобрать. Так, давай, наверное, тут надо лучше все-таки усиливать нам атаку. Будем на атаке с вами как-то почивать. Так... Мне немножко, конечно, бесит, что у меня целый слот занимает хил. Потому что он почему-то не хилит. Ну, я понимаю, что пока и некого хилить, и незачем, но все равно. Лучше бы у меня был какой-нибудь боец. Вот посмотрим. Вот, ребят, ну, почему не лечишь? Хил, почему не лечишь? Ах, мне нужно просто стоять для того, чтобы ты хилила. А почему что сама себя не можешь захилять? Эй, странная девочка, а? Странная ты девчуля, однако себя. Ну ладно. Странно, медик не может сам себе захилять. Хе-хе. Так, давай, бери, неси золото. Упс, молодец, по красоте. Слушай, а вот эти вот здания... Давай, бери. Вот эти вот здания, которые здесь вот стоят, они ведь не просто так. Они что-то нам выдают. Вот, ин, я могу сюда зайти и передохнуть? Не могу, или могу? Нет, ребят, не могу. А представляю, тогда во время игры, хоп, пошел там что-нибудь прикупил себе спокойненько. Тихо, сколько у вас здесь, а? Так, давай-ка мы, наверное, опять же атаку. Может быть, надо было защиту ставить, но я почему-то больше к атаке склонен, ребят. Хочу их по атаке. А, у нас же еще, я совсем забыл, что у нас есть вот этот вот суперудар. Конечно же, ребята, конечно же, это же у нас сам стан. Он станет у нас врагов. И, по-моему, еще хиляет. Я не знаю, что... О, левел ап кто-то получил. Или хиляет, или еще что-то делает. Но, по крайней мере, у моих юнитов, опять же, все здоровье полностью восстановилось. Так, атаку. Давай прокачаем атаку. Так, ты куда разогнались-то, а? Олухи. Так, забомбили. Все, следующая волна. И потом босс будет. А тут, смотрите, еще знак вопроса. Видимо, может быть, какой-то новый персонаж нам будет доступен. Трачу я гемы. А где эти гемы обозначаются? Это вот у нас ноты. Я помню. Так, съели. Лучше их сразу, ребят, на корню колбасить, чтобы не давать им возможности здесь вообще разгуляться. Так ведь? Я думаю, что я прав.
Давай немножко повысим себе скорость. Может быть, еще и защита бы здесь. О, видите, вот на скорости вообще обалденно играем. А, получает урон. Они, ребят, получают у меня урон. Давай сюда. Непонятно, видишь, нету шкалы такой, которая бы нам показывала. Вот, ребят, сожрали мы с вами что-то. Которая бы показывала, сколько действует тот или иной баф. Сколько секунд, да? Как бы мы с вами играем просто наугад, на шару. Так, этот мне все приносит. Это хорошо, я ему очень за это признателен. Нашему зверюшке. О, хорошо бомбим. Тихо, оббегаем. Юлим. Вот он. А, вот он, ребята, этот. Как его сказать, я не знаю, кто это такой, орк какой-то. Это все-таки орк. Давай еще защиту поставь себе. Он сейчас будет меня добивать. Он будет меня, ребят, пинать. Пытаться бомбануть. Ну а мы, как обычно, будем пытаться его обмануть и оббежать. Главное, теперь мне за золотом не надо бегать. Золото мне приносит мой енотик. А, так. Слушай, ну, по крайней мере, очень хорошо. Он не так нас быстро догоняет. Почему-то я не могу. Давай так вот сделаем, посмотрим. Дыч! Мы его оглушили, теперь просто стоим и пуляем в него. Вот так вот. Чем бегать там от него, да? Ну что, ребята, босс. Блин, сейчас будет босс тут. Вот он, явился, блин, не запылился. Пошла волна. Пошла, ребят, волна. Он выпускает свою волну. Чёртову. Как-то так. Кто? А, он же мне уже уничтожил, да, оказывается. Одного моего юнита. Атаку, давай атаку попробуем. Через атаку его пробомбить. Если что, успеем накопить, ребята, в стан его загоним. И попробуем наказывать. Попробуем его наказать через стан. А почему так долго копится энергия? А, видимо, знаешь почему? Нам нужно, помимо того, чтобы бить этого орка, нам нужны обычные вот эти вот гоблины. Мы же за счет них, в принципе, с вами получаем и деньги, и монеты, и все подобное. Ух, мне же прям что-то ж... Куда вы там собрались? Подонки мелкие, а? Вот так, куда ты? Смотри, ребят, уже кто-то бомбит. Где он тут? Вот он. Здоровенький, жирненький. Волна, волна. Главное не потерять нам ни одного юнита. Блин, не потерять, говорю, одного. Ну-ка, лучник, давай. Волна, волна готовится. Я же вижу, что он там собирается что-то пульнукать. Пульнукать. Отходим, отходим. Где моя, блин, энергия, спрашиваю. Опс, вот и не стало, ребята, у нас. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну потерять нельзя никого. Лучника нельзя нам потерять. Наши монетки, это все. У него осталось, ребят, совсем маленькая жизнь. Эх, совсем маленькая. Есть! Ёпарасете, что? Я должен еще тут. Блин. Теперь кристалл, главное, чтобы не уничтожили, а. Я думал, что волна закончится на этом. Нифига подобного, ребят. Я вызываю еще одного лучника себе. И дайте мне сундук, в конце концов, вскрыть. Оу! Спасибо за столько монет. Я очень вам признателен. Драка у нас продолжается дальше без какого-то там перехода. И я получил новое достижение. Фух. Ой, блин. Огр это был, оказывается, ребята. Я убил судара огра. Такой, можно типа распечатку сделать. Давайте сделаем в Фейсбуке. Ну что, ребята, я отправил. Так, давайте продолжать. Ух, сразу же, на горячую, без всяких там передышек, что ли? Ну да. Опа-на, смотри. Ну! Хорош, ты посмотри. Так, ребят, ну тут уж вообще жестко. Ты посмотри, чтобы убить одного такого гаденыша, сколько нужно в него стрелять. Это шестая волна всего лишь. Орки-то эти сынули, по-прежнему сынули. А вот эти вот чертики уже далеко не сынули. Почему мне не дают этого? Я никак не могу допетрить. Почему не дают мне мага? У меня два лучника, мага нету. Ты кто ж там опять-то... Ай! Уже идет атака. Гоблин, ты не припухли, а? За серий мелкий. Так, дайте мне зайти в домик, дайте мне в шоп зайти, ё-моё. Кузнец, дай мне что-нибудь такое мощного, ничего не дает. Так, погоди-ка. Не понял, почему он такой крепкий? Я почему такой крепкий, я тебя спрашиваю.
Нет, лучники здесь, конечно, ребят, ну, не айс. Они у меня, по-моему, нет, хотя они прокачанные, но урон, вы увидите сами. У мага он все-таки хоть и бомбежку свою бросает, но она такая, как разрывная, разносит сразу в щепки просто вражину. А тут мне уже приходится крутиться возле кристалла. Ты посмотри, не дают, ребята, мне покоя ни днем, ни ночью, вон, что происходит здесь. Просто эти чертики паршивые, да. Тут еще приходится юлить. Хила я не буду вызывать, ребят. Ну, я не вижу в нем пока толку. Ну, нету и все. Нету. Нотки. Приятные нотки молочного коктейля. А, нотки же нам нужны для того, чтобы призывать, ребят. Они гемы. Конечно же, нотки. Ну, нотки выпадают здесь не так уж и часто, я смотрю. В основном монетки вот выпадают почаще. Ну, в хлам давай. Ох ты, а этот парень. Этот парень, ты смотри, шутить не любит. Совсем не любит. Он какой-то крепкий, усиленный. Да кто опять-то там бомбит? Ёпрсте. Опять такой же громозека. Давай, прыгай. Ну, ребят, если мы проиграем, я надеюсь, мы не начнем опять с первого уровня. Хотя, кто его знает, может быть и начнем с первого уровня, блин. Вот это будет засада, если начнется все с первого уровня. О, новый юнит открытый. Это, ребят, какой-то, блин, как его, Мерлин. Я его так назвал. Это дядя Мерлин, дедушка Мерлин. Фух, побежали. Так, чертик опять этот, плюющийся. Ну, и вы заметили, да, когда у нас... А, вот он, Мерлин-то, ё-моё, он уже к нам присоединился. Вы заметили, что когда у нас получается левел ап, мы становимся как бы сильнее, и урон уже намного сильнее проходит. Только я не могу понять, уровень получаем мы или наши бойцы? По-моему, мы получаем. Наши бойцы нужны в прапывании, только в том случае. О! Да ё-просто, как ты там оказался, демон? Я же вроде смотрел на карту, я не видел... Да, ребята, я что-то увлекся, разбегался. Рейд. Что значит рейд? И я получу 500 голды за что? Ну, давай. Нифига, ребят, не понял. Короче, пойдемте лучше улучшаться. Деньги под 500 монет за что-то получил. Может быть, за то, что установил игру? Опять реклама, да ёпрсте. Need Foods. Не понимаю, о чем ты говоришь. Так, ребят, у нас с вами 3442 монеты. Это круто. Мы открываем с вами мидбоя. Да, я хочу его открыть. Это что? Это у меня уже идет улучшение, по-моему, да? Пока не будем. Хорош. Так, давай посмотрим, что у нас по герою. Или по башне даже посмотреть. Так, у нас вот есть таверна. А точнее башня. Башня выпивки. Я не знаю, что он дает, но надо, наверное, улучшить, да, разочек один. Так, мы с вами открываем. Чего открываем? Мы открываем с вами башню. Плюс еще один юнит. Угу. То есть это дополнительный юнит, что ли? Я не могу понять. Так, колледж. Это что нам дает колледж этот? Улучшение войск? Ну ладно, давай, ребят, купим. Все, денег у меня больше не осталось. Поэтому, ребят, давайте посмотрим. А, нет, все, ребяточки, я могу начинать со второго этапа. Как и предполагалось. То есть первый уровень пройден. Вот теперь я могу со второго начинать. И вот это меня как раз и радует. Так, убираем отсюда вот это вот хило. Берем мидбоя. И вместо, наверное, лучника мы возьмем. Что этот дед делает? У него что-то там не могу понять. То ли... Ну ладно, посмотрим. Посмотрим. Он у нас бегал с нами. Я так и не помню, честно говоря, что он делает. Потому что там лучник в основном пулякал. Ну а сейчас мы посмотрим. Мы с вами еще открыли каких-то два здания. Поехали. Что это? Ты что делаешь, парень? Нет, я понимаю, конечно, он вышел из клуба, из бара. Так, подожди-ка, мне надо мидбоя вызвать. Мидбой, я надеюсь, ты не ближник. Ах, смотри, парни, он разбрасывает лужу. Я вижу, что он лужу. А, лужа это их, по-моему, замедляет. Да что ты, я не понимаю, ребят, как они могут вот так вот быстро сюда... Как они могут сюда быстро так... Блин, что за урон такой дешманский-то, эй! Ну-ка, давай хотя бы усилимся, может быть... Что это за дамаг такой? Ой, ребят, наверное, надо было... Блин, лучника, наверное, надо было оставлять... Да что ты... Да ну! Да хорош! Уничтожить сейчас они кристалл. Ребят, ну взял тоже я, а! Мой барбариан уже весь в фингалах. Сейчас кристалл уничтожит. Они уже его уничтожили. Да, улучшай, называется. Ну и что? Сейчас опять рекламу смотреть вашу, чтобы прошиву или нет? Нет, не дали мне ничего. Скорость.
Боди-спрей. Не знаю, что такое боди-спрей. Ну, давай скорость повысим себе. Вот. 20 футов в секунду бег. Ну, плей. Давай выберем с вами... Слушай, мне кажется, это все дорогое какое-то, да, у нас? Мидбой что-то как-то мне тоже... Не знаю, ребят, давай вот так вот попробуем. Лучники нужны, что-то какие-то юниты тут сильные довольно-таки. Сразу же, мы вроде апаемся с вами, а толку никакого. Давай, он блюет. Он блюет, ребят. Так, вызываю мага. Потому что маг довольно неплохо наносит дамаг. И вот против вот этих вот чертиков очень даже хорошо заходит. Давай быстрее ты беги. О, даже на лучник хватает. На первых порах этого достаточно нам. Так, вот и лучник. Ну, посмотрите, не пример, да? Он наносит дамаг по сравнению с мидбоем. Может быть, потому что мидбой у нас вообще имеет только две звездочки. Поэтому он наносит маленький дамаг. Хорошо, будем так бегать. Мое животное со мной, все отлично. Да, красота! Чуть-чуть стоит, ребят, зазеваться и все, и на тебе. Получи и распишись, как говорится. Они будут уже стоять и бомбить тебе твой кристалл. А? Схлопотал? Вот кто-то будешь знать. Блин, маг, какой ты ватненький, а? Нотки. Вкусные нотки. Вкусные нотки, блин. Молочного коктейля. Давай, давай, бомби. Приятные нотки. Ну! Так, я что, могу только... Давай лучник еще одного вызовем. Фиг ли делать. Ох, сейчас они мне кристалл прожарят, а. Ой, прожарят, ребят. Да что ж такая жесть-то пошла. Илья, я не могу. Я не могу просто пройти, ты понимаешь? Что? Ну давай попробуем мага вызвать для начала. Посмотрим, как маг этот маленький будет у нас бомбить. Ух. Так, проверим. Ну, дед. Дед. А ты что, ничего не делаешь там? Ой, ребят. Зачем мне нужен этот дед, если он ни шиша не делает? Ядрить тебя на корень. Нет, дед, ну ты меня подставил. Я серьезно говорю, этот дед подстава просто голимая, блин. Блин, если бы я знал, что он ни хрена делает, я бы взял бы свою старую комбу. А моя старая комба, это кто? Бравлер. Ну, естественно, они сейчас меня запинают. Они меня запинают. Ну, тут никак. Ребят, ну никак не пройти. Да. Все, уничтожили. Упыри! Так, да, я возьму, ребят, свою старую комбинацию. Ну, нафиг этого мага. Я не понимаю, что он делает. Тут серьезно говорю, не понимаю я. В сути, в этом маге. Не понимаю. Поехали. Так. Убираемся отсюда. Давай, бравлер. Вся надежда на тебя. Поехали. Посмотрим, насколько у нас будет все круче. Или же наоборот не круче. Я первую волну даже не могу пройти. О чем тут можно говорить? Ну-ка, бравлер, давай, выходи. И выходи также лучник. Все, да? Я сюда не могу зайти, я же вроде бы как бы что-то покупал. Но ничего не могу. Так, бравлер, естественно, ребята, у нас только в ближнем бою, да? Может из себя что-то представлять. В ближнем бою, это что, мне надо, хотите сказать, вот так вот я должен? Нет, бравлер бомбит, бомбит, ребята. Вот он, три снарядика запускает. Лучник, ну, хорош, блин, ну серьезно, что ли? Какой же ты ватный. Так, подожди, ребят, там кто-то подкрадывается. Там кто-то подкрадывается у нас. И уже начинает бомбить. Может быть, атаку усилим пока, а? Пока есть такая возможность, давай. Пока их не так уж и много здесь, да? Сосредоточился. Так, замечательно. Иди отсюда, плешивый. Давай, ну, эти гоблины-то это старье, поэтому мы их должны разбирать. Все, шикандос. На мага-то мне не хватает пока еще? Нет, ребят, на мага еще пока не хватает. Да кто там, блин, опять, блин. Не успеешь, ребята, отойти. Как эти охламоны тут как тут. Понимаешь, они тут как тут уже начинают сразу бомбить тебе по кристаллу. И надо улучшать, скорее всего, ребят, нам еще и башню, ко всему прочему. Да ну, завязывайте уже со всех сторон, так нечестно. Так, о, отбился. Отбился я.
Ну тут-то их сколько? Да, ну уничтожили, ребята, ну это жесть. Ну, я вам серьезно говорю, это очень, очень сложно. Пипец. Это что, мне нужно начинать с первого уровня? Или как? Я хочу здесь хоть что-то получить, хоть как-то какие-то достижения, блин. Так, это что такое? Ускорение песни. Защита песни. Ну, давай попробуем сделать вот так. Фу, блин. Я не знаю, что мне делать. Ребята, я просто не знаю. Я уже как... Какая это попытка у меня уже? 145-я, да? Ладно, еще разок. Если нет, ребят, будем завязывать. Я должен буду прокачаться, потом пофармить бабла. Бухарик, ну ты же вроде блюешь, да, кислота замедляющая. Почему? Я не понимаю, она не помогает мне. О, подожди, ребят, нам же нужно вызывать наших бравых ребятулек. Как же без них-то? Бардабарян. Давай. Мак, ну, пулякать будешь? Мак, я говорю, пулякать будешь? О, давай, 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 бомби, бомби. Хорошо бомбишь. Очень хорошо бомбишь. Главное, что... Да кто там уже? Я не понимаю. Ну как они могут так со скоростью света, что ли, перемещаться? Я вроде бы, ребят, контролирую. Все смотрю. Нет, он как-то появляется здесь. На меня переключились быстро. Быстро на меня все переключились. Гоблины эти вонючие. Так, отбил. Далее, погнали. Отбил. Так, кто тут следующий? Ага, хочешь пробежать? Не получится. Да, ребята. Мы еще можем промазать, оказывается, да? Или нет? Нет, мы не промазываем. Это просто так... Как, знаете, в комиксах пишут. Бам, хрясь, тресь, хрусь. Бамбусь, ё-моё. Так, пока мы с этим разбираемся, сзади, внизу, я смотрю, там кто-то подкрадывается. Пускай он, главное, в меня тут целится. Ну, пробивной есть, пробили. Так, это кто тут? Кто тут у нас стоит, а? Что за олух? Да кто ж бомби... Вы издеваетесь, что ли? Как я тут... Так, давай усиляться. Кристалл... О, ребят, кристалл-то ханарики. Все, он треснул, он сейчас треснет. Ребят, надо... Надо усиливать кристалл. Ну, это... Пипец! Это пипец, просто пипец. Это по-другому не назвать, ребят. Жесть! Это надо с первого уровня начинать, доходить до этого уровня, чтобы у нас было много денег, чтобы мы могли здесь, блин, прапаться как следует. Только в этом случае, ребят, наверное, будет какой-то эффект. Дистанция. Что за дистанция? Дистанция появления моих юнитов, которые будут ко мне присоединяться? Ну, естественно, а то они там хрен знает откуда бегут. Ладно, дорогие друзья, пока мне не дается этот этап второй. Жестко, конечно, все, вы сами это прекрасно видите. Но мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. Так что, дорогие мои друзья, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.